Последняя мишна в первая глава Пиркей Авот говорит так. Рабан Шимон бен Гамлиэль омер. Шимон бен Гамлиэль. Аштоша дворим олам каям. Существует. Первый – алемет. Второй – дин. Вал шалом. Здесь – эмет. Ведь если этих трех столбов нету, эмет, дин, вал шалом, то не будет существовать. Почему? Там них он делит, так нам говорят мудрецы. Алла шалом, дин. Посуди, почему нужен дин? Почему нужен дин? Так? Почему нужен дивость? Справедливость. Почему нужен дин? Да. Чтобы эмет, а почему? Справедливость судить ради мира. Чтобы уравновешить кесов. Нет, чтобы. Просто, потому что если на тут видел, был такой фильм, мое время, не знаю, ваше было, «Свадьба в Малиновке». Кто-то видел? Там, там было, когда поднимали фраг, меняли белый, правый, правый, белый меняется. Что, другими словами, если нету дин, если нету суда, так анархия, власть, там каждый делает, что он хочет. Это, чтобы этого не было, должен быть дин, потому что если не наказывают виновного, так получается, весь мир получает это наказание. Дин, амед. Шалом, это важно. Озле мой, те не порекнул шалом, написано шалом много, что нету, главное, что может быть мир, так шамло, если нету шалом, так это весь мир больше ничего не стоит, потому что человек не знает, неизвестно, что там делается, что делается, не делается, там идут войны не только обязательно между народами, между людьми. Баая большая, но эмет тоже. Эмет, так это три вещи. Пишут в мудреце, в Масехет Шаббат, в Гмаре, что хотамо шел Акадош Баруху эмет. Знаете, какой хотам? Печать. Хотам эмет. Как будто. Это нет, он не знает печати, но что многие так. Хотамо шел Акадош Баруху эмет. И что говорят мудреце? Что все Всевышний создал в мире, все. Кроме шекер. Это он его не создавал. Это люди изобрели. Это не изобретение Всевышнего. Все создано, все плохое, все хорошее, плохое, кроме шекер. Шекер – это противоположное место, все знаете, да? Шекер – это обман, ложь. Я вам скажу, худ сми медат, а шекер, он ее не создал. Это можно сказать, что Или даже такой пустой разговор, там тоже написано, чтобы знать, что вообще нет такого смысла, вот тоже это не все, что то люди создали, то и это. Все, кроме этого. Знаете, как говорят хазаль тоже, лешекер эйн реглаим. То надо перевести? Нету ног. Как это нету ног? У кого есть ноги? У Эмет есть ноги? Есть. У Змея нету ног. Такие маленькие, на чем ползает. Не понял, брат, чуть-чуть такие маленькие есть. Нет, совсем нету. У него мышечная. Так это вместо ног беседа. Не скажу, пусть не будет змея беседа, но говорят, но просто ноги, это да не ноги, имеется физически, ноги, что на чем-то держится. Кату каха, лешекер эйн реглаим. Нету ног, но есть нога, и хат есть. Нет ног. Так, книга писать, да? Доску забрали в десятый раз уже. Может, закрывать нам на ключ этот кабинет, чтобы не выносили наши вещи? Что делать так? Что и делать, да? Балаган делает постоянно.
Рабдани не дает ключ для этой комнаты. Наверное, почему я не знаю. Но если я вам кое-что кусок бумаги. И дай мне ручку. Или нет, ручку я уже вот такой. Ручка. Такая, что. Не, нет такая, что было видно. Куда она? Это сейчас наша тема? Нет. Вот подожди. Начнем запускать конец сейчас. Видите? Шекер. У него нету ноги. Только одна точка. Сопротивление. Здесь одно. Шекер. Чуть-чуть может упасть человек. Какой ветер на него подует. Шекер. Нет у него ног. Говорит, если одна на одной человек будет держать, то ног не продержится. Даже когда сол держишь на двух ногах, сол как-то держится. На целом месте будет, но чуть подумнее. Но когда три, уже укреплен. Четыре шульцы. Эмет у него устойчиво. Здесь две точки упора. Врай, посмотри. Что на шекер? Шекер? Обман. Да, обман. Не шекер обманывает. А эмет здесь одна. Мед тоже, две точки, говорит, там тоже, три. На двух уже делится крепкий, там, так вот сказать. Есть вещи, что нужно, да, три как бы, заделаешь веревку. Я сказал, как говорят мудрецы, ваху там еще, ты что Мамера пишет? Веревка сплетена втрое. Что? Веревка сплетена. Нет, когда сначала еще отдельно, хорошо, есть друг. Но когда есть два, хута мешула, шлобим рай на тех. Хута мешула, шхут это веревка, мешула слово шалош. Тройнак, ты связал вторную веревку, она уже не рвется, она уже крепкая. Если еще нужно два, еще нужно три. Сколько нужно для свидетельства? Минимум два. А если пять? Наверное, можно. Я не знаю. Три. Ну, минимум три человека. А если есть 5? А, так, наверное, уже дальше можно сколько хочешь. 2-2-1. Ну, 2-2-1. Ну, 2 за... Только 3, потому что разные вещи. 2 за обвиняющего, 2 за пострадавшего и один, который смотрит на это. Не знаю, говорили, как говорили минимум 2. Я много чего говорил, наверное, я хочу, чтобы вы знаете. Я говорил много вещей. Вот, может, даже я уже не помню, может, даже неправильно, я не знаю. Двое поддерживающих, двое обвиняющих, один пострадавший. Не, один не считается. Не, спрашиваю, я не утверждаю. Что, почему ты сказал три? Потому что разные вещи будут говорить. Если два, тогда, ну, то есть подтверждал. Один скажет то, один второе, и третий подтверждал. Вот если два сказали так, у них другое. По большинству. А то, что ты сказал? Говорю, один не считается, два. Один поле не воин, вы говорите, да? И те, кто увидит, Ран, что ты говоришь? Поднимает первый камень там. Два или три. А если есть 19? Как всегда нечетное вы говорите. Почему? 18, если сейчас четное, 18. Просто так его. 18, если есть. И все говорят, все 18 говорят одно. Я не знаю, вы говорите, я просто спрашиваю. Сейчас вы отвечаете, я спрашиваю, то я буду отвечать на свои вопросы тоже. Написано так, «Альпи шней эдим, ошоше адим, якум давар». Двое или трое, где? «Альпи шней эдим», два свидетеля, «Ошлуша адит» свидетеля, решается решение, принимается решение. Так здесь, если двое, зачем нужно пишет два или три? Потом если есть четыре, если есть пять, я спрашиваю, почему два или три? Или может хватит два, не нужно три, или такое, так написано, это. Если есть 99,
Да ну и что все равно, что дядя Улья то же самое. Если один скажет из Никитана, это уже не считается. Я просто беру. Как 3-2-1, так точно, что не идет. Даже 99, не говорят так, не говорят иначе, тоже не идет. Потому что имеет, может быть, только одна. Истина одна, нет тут двух истин. То, да, свидетель, когда что-то сказать, то, значит, свидетели не берутся в счет. Если свидетель должен сказать Ракрега, должен сказать то же самое. Тогда он считает свидетелей это. Если кто-то не сказал, не так, значит, должен не так, там что-то не то уже было. А мы же учили, что наоборот, что если в древности, если Санедрин все единогласно принимали решение, то что виновен, если все как один, то наоборот отпускали. Да, это не Санедрин, а Беседрин. Если Санедрин, там другое. Значит, даже Санедрин, но в такой ситуации, если кто-то ударил. Приходят трое, говорит, мы видели так, но двое говорят пятеро, четверо говорят так, один говорят иначе, это не так. Если ты видел правильно, значит, то все, надо сказать одинаково, если нет, так это уже не одинаково. Значит, вот здесь дети. Может быть, свидетели ложные, может быть, не ложные. А свидетели там 71, тогда, видишь, что если все говорят, что одно, а другое, все сходно раз, значит, это не так. Если сказать, что он виноват, то не может быть, что все одинаково говорят. Тут просто иногда бывает то, что кто-то сказал старший, так, другой говорит иначе. Санедрин начинает сначала выслушивать самых маленьких судей, новеньких, потом найдет старший. Почему? Почему начинает с маленьких? Потому что тот, кто слышал, сказал старший, сказал главный раввин. Там все сказали, что тоже, но говорит, как зовут. Если какой-то тянется, что тоже кто сказал, но, наверное, он уже в суде 30 лет, но главный раввин говорит, хахам, 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 то начинается сначала. В таком суде не обязательно, но в среднем, да. Да, будем видеть через несколько недель. Я это приведу тоже. Там приведу, что-то интересное. Есть Бальтурим, когда Тамар выскат сжечь ее, после этого все происходит. Напомните, как будет Тамар на арене, то хороший Бальтурим, что он там что-то вспоминает немножко. Значит, вернулись к... Рав Беринский пишет, не пишет ничего? Нет. То. И, значит, будет идти тогда до победного конца. Шекер – это качество, что Всевышнего не любит полностью. И дурные, пустые разговоры тоже, что это глупые разговоры, как будто лучше нет какой-то темы. Просто папа проболтать или начинает... разные бывают глупые разговоры, это тоже не любят, но это не так, как Шекер, что написано бы Масехет Сута, Гемара, что кат это группа или партия шакраним, и это одна из четырех групп, что не получают шхину. Да, человек делает все, он цадик, все, кроток, шекер, он не получает шхину никак. Вот ведь все, он во всем, кроме этого, одно это качество, у него нет, что он обманывает, значит, эйнло, он не может получить шхину никак. Шхина, то получить святость, получить иногда руха кодыша, даже больше, или пророчество, да, что если пророк, он не говорит правду, значит, он не будет никак пророком. Написано, довер шкарим ло икон негет лена, помните, в Тегилим, довер шкарим ло икон негет эйнай. Довер шкарим, кто говорит, шкарим, но не хочу его видеть. Так не только, что Хазаль нам предупреждает отдалиться от обмана, от шекера, как называют Хазаль, даже вещи, что этому приводят, так даже косвенно, тоже вот это удаляется. Чем подальше? Но нельзя говорить ребенку, я тебе что-то дам, потом не даешь. Нельзя. Ну не приучать тут. Да, это ребенок, он еще может не понимать, ему 2-3 года. Да,
Без сука и смерти нам пишут, что учат, приучивать, не помню, как тогда не буду говорить, но если шекер, есть у него хорошее намерение. Хорошее намерение. Например, есть Бемасехет Ебамот, например, Рав, Рав, слышишь, что такое Рав? Рав Вишмуль, Рав. Он был Амора. Танаим Амораим. Был Рав Амора. Его жена любила ему немножко подселить всегда. И до пищи подселиться была, соленая пища, значит, он просит, но надо мыть и другое. Делаем так, чтобы... Вот хотел, чтобы этот мир уже почувствовал геном, так потом геном это будет, потом мир будет ему легче там. Написано, что когда он ее просил, скажем, Адашим, ну, дай им что-то другое. Адашим — это то, что кушал на этой неделе Эсав. Это как называется? Чечевица. Адашим. Когда просили, дают им китнио, дают им что-то, рох, или другое, то дают на другое. Наоборот. И когда вырос, и вырос их сын, так он заметил, то, что шла дед папе, там он что говорил папа, говорит маме другое. Он знал, что папа хочет, а скажем, если папа, например, хотел чечевицу, то он говорит, что папа хочет дорог, знал, что она сделает дорог чечевицу. Заметил это, Рав заметил. Сказал, что мама у нас начала сейчас начала делать лучше это. И там потом признал, что это сделал. Ни в коем случае такие вещи не делал. Говорит ему Рав. Конечно, потом привел ее достоинство, его жены, но не приучивается команда света для мира, чтобы был шломбай, думал, может поссориться еще, или что-то типа этого. Рав, Илья его сегодня не будет. Не будет. А бегун сегодня есть? Рав бегун. Был на молитву. Рав бегун. Я говорю, Рав бегун есть? Был, без Аташем, кем пойду я с вами. Если он не будет, значит, я пойду с вами. И что же говорит, одно говорит, все, что говорит, а делает другое тоже, такие тоже, и меняет. Почему я это веду? Мы знаем, что Яков, какая меда у Якова? Так он что, меда. Соединил две. Хесед и Дин. Яков — это первый братец, который соединил два качества. У него два качества. Хесед и Дин. Не Дин. Да, Хесед и Дин — это Ицхак. Нет, Ицхак. Яков — Эмет. Дин — это был Исав тоже. Эмет — Яков — Хесед для Авраама. Авраам — это Хесед. Яков — это Эмет. Эмет. А, одно качество, соединяющее двух. Да, другое, то сейчас немножко другое, но написано так, «Титен эмет ле Яков, хесед ле Авраам». Значит, Авраам это главное, то хесед, Яков это главное, эмет. И то, что у Авраама нету тоже эмета, но что он, самое-самое главное, это эмет. И сейчас напрашивается вопрос, какой? Как это Яков делает, что он делает с самым? Значит, что мы начнем смотреть. Покупает приворотство. Вроде бы обманывает, не обманывает. Посмотрим. Давайте посмотрим. И начнем сейчас... Комментаторы защищают Якова. Они объясняют, что это не было хитрость и ложь. Принято, что говорят, что тоже вы тоже говорите, кто слышит, что... Ну, сейчас Бетолдот, я еще не нашел, где мы находимся. Даже его мама тоже Ривка. Она слышит, что Ицхак, говорит Исаву, что иди и... Нет, Лиса, это глава где-то... Нет, раньше. Глава раньше, глава это 25. 25, 26 глава, то самое начало. 25, 31.
А это значит, первородство, начнем с первородства. Давайте начнем с первородства. Я хочу начать там уже с Дебрахот. Но если начали первородство. Говорит Яков, воем Яков, Михраковьем, 25 глава, 31 посуд. Даже это начнем раньше, даже 29. Даже до этого еще начнем. Начну я даже, начну... Сейчас можно, 27 начнем. Закончим, что-то успеть. Вайгдилу анеарим, когда выросли, говорит, это было после бармицы, уже видно, кто куда идет больше. Я когда маленький, так играется в футбол, в баскетбол, я знаю, что он играет. Может, играли в шахматы, может. Ну, иди. 27 посылок. Вайгдилу анеарим выросли, вай Эсав иш йодея цаид. Охотник хороший, иш садем, Яков иш там Йошев Огалим. И там Раши так, когда они выросли, стало известно, кто они такие. Иш... Раши говорит так, все время, пока они были вместе, не было так контрастами, не было кто никто какой. Но... Когда выросли, кажется, что-то уже определяется в чем-то, там видно, что Йодея Цаид, говорит Раши, не только Цаид, что такое Цаид, охота. Раши нам добавляет, это охотник не только охотится, потом добавляет нам, охотится и за женщинами, охотится за еще многими вещами, но он охотник, что охотит, но пишет Йодея Цаид, лацуд, ловить. Человек может языком тоже ловить, себя продать, как он... не как он в действительности, может сказать, вещи, что это, знаете, ловить языком тоже. Лерамот, это что такое лерамот? Обманывать папу. Поре, что начал лебете мидрашо, что рега, пореш лебете мидрашо, твезе пореш лаботат кохой, говорит, Яков идет куда больше, бейт мидраш, Исав, Бейта вода зара, идуло поклонство. Или кто из этого? Лецуд лерамот, или обманывать папу. Пишет, что такое обманывать. Шуэк, как извлекать масер из соли. Сколько процентов нужно соли брать масер? А в Массаре есть 10%, что важность какого продукта берешь? Может быть, что важно. Массар же 10% и все. Все согласны? А в чем тогда... От соли не отделяется Массар. От соли не отделяется Массар. От соли не нужно ни процент, ни 10, ни 5, ни 10. Тут соли. Соль это как не нужно... А почему нельзя от соли отделять Массар? Массар то, что растет, то, что это. Что есть много ее, да? То есть... Нет, то, что нужно, оно не растет, оно несет, а соль находит сколько, если берешь, скажем, уголь, должно массер, взять земли уголь. А золото тогда? Тоже не нужно. То есть, если что-то делаешь, берешь, как уже, берешь с него деньги, что-то, что оно уйдет, но тогда, но в принципе не нужно, если кто-то да, потому что это для него имущество, другое дело, но от соли не нужно отдавать массер. Что-то, почему делать так, что... или он чересчур умный, или папа чересчур бахат был глупый, еще. Тут сказал только интересную идею насчет соли. Это,
жена Лота приносила соляной столб. Соляной столб, нахон? Угу. Когда выходит из дома, выходит, от Шей было сказано, не смотрите назад там, где, откуда вы вышли. Нельзя смотреть. Почему? Есть причина, что я сказал, так я сказал, ангел сказал, нельзя смотреть. Но она посмотрела и стала соляным столбом. А почему нельзя смотреть? Ну, как-то были дальше, чтобы не лучше их, не, или лучше немножко, но не намного лучше, потому что, как написано, брадаря Аврааму был спасен Лот. Была еще причина, кроме того, что он там принимал гостей, у него была митцва одна, очень хорошая. Была митцва такое, что Лот принимает гостей на очень высоком уровне. Но это недостаточно, и другие, ну, так как вы тоже не смотрели, назад нельзя смотреть, потому что тоже надо тоже как человек, как в Египте, что говорит, когда вышли из Египта, в пустыне что-то тяжело, ой, ну и в Египет. Сейчас смотрит на, значит, человек еще не вышел с этого. Они беше ур, машу хашу. Бару хаше. Ото будзе шалашот. Ставим. Они доберем Хадас. Дайте вот. Вернулся в Египет. Значит, ты еще не вышел с этого рабского состояния, когда вернулся в рабство, вернулся в Египет, было так, было так. Здесь, им было хорошо здесь. Но что она сказала? Почему она стала сильным столбом? Ну, наши объясняют нам мудрецы, мида кенегет мида. Что мида, конец мида, знаем, да? Как меряешь, так я тоже меряю. Когда приходили гости, так Лот хотел дать им соль, чтобы было вкуснее. Он говорит, ты что, этот дурацкий закон тоже вносишь нам сюда, еще соли тоже давать. Можно обойтись без соли. Без соли. Без соли. Говорит, как он сказал, а минхагара, так он ему сказал. Что такое минхаг? Минхаг? Обычай плохой, то тоже нам сюда водишь, соль давать тоже. Если нет, то... Если помните, помните, попробуйте, нет, так нет. Говорит, называется мильта де бдихута. Значит, мильта – это слово, бдихута – слово бдиха, как посмеяться немножко. Есть насчет галаха, говорит... Кто не помнит? Может, кто не так не помнит. Хоть я это говорил недавно, и сейчас мне вылетело с головы. Мне не летом эту тему говорю, когда было Калурам принимал там, когда было это актуально. То, не помню. Но Рав Трушин сказал, что это была актуальная тема насчет соли, потому что этот, как сказать, столб, соляной столб, что жена Лота, но тает потом устанавливается, тает устанавливается, как будто растет. Так говорит, так где-то написано, я не читал, но так же сказал. Так если он, поэтому если он столб устанавливается, например, сейчас что-то упало, потом устанавливается, так, значит, он растет, ну, тогда, может, нужно из этого давать массер. Что растет, и даем массер, всего. Даже трава, если нужно траву тоже, если ты кушаешь траву, если кушаешь травы разные. Там, если он дает массер, так как будто Исау спрашивал, как соль делать массер, как будто. Но это я не встречал у Раши. Но что там нам дает Раши? Да, что она сказала, соль так настала, медак не меда, не хочешь соль, ты тоже станешь соляным столбом. И то, что ты назад, тоже нельзя смотреть. Так Исав, что он охотник языком, папа, как с этого соли, как массер соли, как будто, чтобы понимать, какой... Это называется исавские вопросы. То есть это такое исавские вопросы. Без смысла. Нет, есть смысл какой-то, что такое обманчивое, чтобы какой-то цадик, какие высокие материи он спрашивает, как соли даже, что интересует, да. Как будто там, это было все папа, что болтовня. То, чтобы папа подумал, какой он большой цадик. Это у него была идея. Яков Иштам,
Что внутри, то снаружи. Вишев Огалим, мазе сидит в шатрах. Огалим за Огала шалтара пишет на Враше, что сидит. Бейт Мидраш и учит Тору. Вот это туда, это сюда. Когда стало известно после того, как у них была бар-мицва. Смотрите, сейчас хочу, чтобы показать, что я думаю так. Я это не видел у украинских комментариев, но мое мнение, я так думаю, пасук 28-й, все смотрите в текст, все смотрите в тексте, палец на русском, палец на иврите, хавхет пасук. Ваяв Ицхак эт Эсав. Смотрите в текст. 25 глава, пасук 28 или кафхет. 28. Ваяв Ицхак эт Эсав, кицайт бепив. Это он, ваяв, какое-то время. Прошлое. Или прошлое, ваяв, прошлое время, да, любил. Прошлое. Почему? Цайт бепив. Потому что у него охота, у него, как можно сказать, острый язык, или что он обманывает, или что дает ему кушать, что кушал его, то, что ему сам приносил, ловил животных и приносил папе кушать. Но, например, какое время прошедшего я любил. Веревка охевит от Яков. А вот такое время... Сейчас. Постоянно. Говорит, постоянно. Можно понимать, что это... Там было прошедшее. Любил, он сейчас уже не любит. Был потом, пока находится. И Моту любит, но не так, как это. А Ривка постоянно с Яком. Охевет, а это постоянно. И вчера, и сегодня, и завтра. То приходит с охоты, очередной раз Исав, ве у Аев. Аев, уставший, кола падает. Еле держусь на ногах, падает сустав, падает с ног усталости, то видит там, что он сварил чечевицу красную, дай мне, говорит, кушать кеефаном, потому что я очень уставший. Да здесь разберем, что там было, после вспомнил Лайко, что это было, когда умер Авраам, их дедушка, Ицхак шел в трауре. А как-то утром нельзя ему готовить, что было, что дела Ривка, я не знаю. Яков готовит чечевицу, потому что это пища, для, траурная пища, когда кто-то умирает. Кушают круглые вещи, то есть это не дают яйца тоже, и бублики, и такие круглые. Это так принято. Так он варит, а сейчас приходит, запах может быть хороший, дай мне тойду умирать. Может сказать, что он ее поймал, как будто поймал его сейчас на чем-то, нашел момент подходящий, может быть, Яков, и сейчас что, дай мне, продай мне первородство. Кен? А что, он не мог пойти покушать яблоко или что-то? Он падал. Говорят, что это духовное. Он мог кушать ночью, просто видно, что человек есть у нас такое движение, называется Шалом Авшах. Слышали? Шалом Авшав. Это самое ультралевое. Не начать и глубже. Сейчас мы война больше из-за этого, когда еще начали. Нам дай мир сейчас. Какой мир? Дадим арабам, то будет получим мир. Чем больше давать, тем получается сильнее, и получается даже шхитука последний раз, и то не получается. Шалом Акшав, а это не сейчас. Человек есть, что у него хочет думать, что он может прав, может не прав, то тоже есть. Люди хотят, скажем, как мы, хотят что-то сейчас. Ему захотелось кушать. Запах красивый, или выглядит хорошо, как у Хава смотрел на этот фрукт, выглядит очень красиво. Ну и что красиво? Что там внутри есть грибы, что очень красивые. А скушал через несколько секунд, может отдать душу, как выпалило. Чем гриб красивее, то он более ядовитый. Есть такие. Хотя эти белые, они красивые, не ядовитые, но есть много такие цветные, что все ядовитые почти. Но очень красивые. Не Ашав, нужно что? Он живет Ашав сейчас. Как живет Яков, как живет Ицхак.
Если пойдет народ, так я готовлюсь от народа, то будет завтра, после того, через месяц, два, год, пять, десять тысяч, две тысячи. Нужно работать с умом, не что-то сейчас захочет, Сейчас хочется, то яйца работать, как на Хаву работал, на Исава работал. Хочется сейчас, все. Человек, если уставший, так не спать вообще, зачем тебе нужно кушать? И сказать, яблоко, скушай картошку, и скушай что-то, хлеб, кушай, нет, яиц как миллионер, нету в холодильнике, что там покушать, да, не в холодильнике. Бери огурец, скушай, или даже диск, или морковку. Мабая. Но что дай мне сейчас? На дома зе, потому что я уставший. Я назвал Адом. Так остался у него этот Адом. Но он был красный тоже. Адом это красный. Что говорит Яков? Продай мне первородство. Ди. Михраб. Продай мне первородство. Зачем тебе? Что такое первородство? Кто мне скажет? Двойное состояние. Двойное. Право на лидерство. Так зачем продавать? У тебя есть в два раза больше. Не право, только, право на лидерство. Право на лидерство, но это больше право на святость больше даже. Прямо на хон первенец у него есть привилегии. Привилегии у него есть. Но кроме привилегии есть и обязательства тоже. Скажем, офицер, ты идешь как сейчас в армии. У нас больше половины офицеров погибли, да больше их тоже. Почему? Что здесь, вот это, как мы недавно учили, что здесь офицер идет еще от времен Давида, Давид король, он сам идет воевать. Он не был, не сзади, как поставить, он в первых рядах. А где был его министр обороны, как его звали, Давида? Йоав. Правильно. А где он был? В первых рядах. Лично участвовал. Вот это у тебя не только принятие, у тебя и обязательство. Веди с собой солдат, веди с собой народ. Не вперед, как лозунг был у нас там, вперед. Все идут вперед. А где главное? А за мной. Всегда офицер говорит за мной. Поэтому первым шапостом офицеры падают здесь. Так это есть у тебя и привлек, потому что тоже команда, говорит, что у тебя тоже, на то тоже есть много, есть обязательства тоже. Так говорит, что такое первородство, спрашивает Сау. Я сказал, будешь получить два удела, можешь получить, то будешь работать в храме, что-то в храме, то объясним, что в храме это работа ответственная. Если, блин, самый титул храма, самый высокий, кто? Коин Гадол. Нет, Коин Гадол. Если Коин Гадол войдет, и можно только раз в двух ходить, кодышку дашим, он войдет туда, не в Йом-Кипур, хаяв мита, умирает. Где есть правда? Где еще там? Другими словами, если костер, есть костер, и костер, чем ближе к огню, ты можешь или обогреться, тебе помогает, можешь сгореть тоже, чересчур больше. Ты получаешь, но получаешь не так. Ты объяснишь, что есть мета, что ты не так делаешь, пришел пьяным, нельзя. Я иду умирать, это там только ты мне смерть там, заканчиваю почти смерть, это мне нужно. И сам не хочет перерост, а это ответственность он не хочет. Но есть душа, но чем ему душа так сильно нужна? Ему нужно, чтобы ловить женщин, это не нужно к душу. Что делать, а вода зрует, это не нужно к душе. Так, дай, продаем. Смотрите, они Олег Ламут, я иду умирать. Вот это, что устал, что не идешь умирать. То, что не скушаешь сейчас. Если скажешь, мне нужно выпить, я понимаю, потому что гнался, бежал, там этот день убил Неброда, за ним гнались несколько десятков километров. Он бежал, загонял несколько лошадей, загнал. Что было оттуда, это был на Голландских высотах, там это происходило, где был этот Немрод. Там Немрод, он хотел, что там делал Исав, он знал, где находится Немрод, для чего Немрод, у него эта одежда, что от Адама решена, от первого человека, от первого дама. Эта одежда, она ее сверстни сделал, там в нем есть привиде много, у нее есть сгулот много. О, стой, заходи, послушай немного. 10 минут Торы, то может быть вечность.
10 минут Торы Твешность. Ну, вот здесь. Ближе к начальству. Добро пожаловать. Б. Пришел Исав. Так идет умирать, так что не нужно мне. В, так что, как делается? Смотрите, что делать? Яков 33. Зачем мне нужно переросток умирать? Потому что это, он, если человек не кушает 3 дня, он еще не умрет тоже. Дай ему пить воду такой здоровенный, как Исав, вытянет, потянет 3-4 недели без пищи, даже больше. Рав Медведевич Слебе, его против него 1.5 месяца без пищи, только на воде. А Исав намного крепче. Человек едет духовно. Но что? Говорит, умирать. Не то, что умирать. Говорит, умирать где? Вот, от работы в храме. Сказал ему Яков, что тебя ждет, как первенец, чтобы будешь работать в храме, то обязательство. Будешь работать в храме, тебе нельзя ходить по женщинам, тебе нельзя делать, я буду с другом, много чего нельзя делать. Все думают, это не нужно мне. Пасук 33, Вайомер Яков, Хишавали, дай мне клятву, и каем. Мазе каем. Как сей день ясен. День ясен. Ясен, яфе. Перевод ходовой хороший, но тоже нужен комментарий. Как известно, сейчас день или ночь сейчас мы находимся? День. Почему? Солнце, свет нету. Мы не в Ленинграде. Ленинграда, да? Мы не в Ленинграде, чтобы там белые ночи. Ясно, сейчас день, солнце должно. Как это ясно было, тоже ясно, это купля-продажа. Не, что просто так. Было ясно, значит, что, как это ясно? Подписывается договор, так и так, свидетели было так, такой день, все как положено, по правилам, по стандартам. Как ясно, что сегодня день, так что было ясно, что я купил тебя. И поклялись во имкор, эдбехуратор, и продал. И продал. Видите, пасук 34, очень важный пасук. 34-й, мы, наверное, продолжим после обеда, потому что Рабинского нет, потому что мы сегодня точно не закончим. Но продолжим. Ваяков Натан Лейсав Лехем, что он ему дал? Лехем, эту чечевицу, и чечевицу, да, хлебом покушать. И смотрите, Ваяхаль, Ваешт, Ваяком, Ваялах, Ваяведесам. 5-10 происходит. Это что? Кушал. Зачем это писать? Это все было так, что надо посмеяться, смотрите, этот дурачок у меня. Там, где меня ждет смерть, там и там он хочет меня купить. Бери бесплатно, но продал. Зачем это мне? Зачем я саму нужно там, что нельзя любить охотиться с женщинами? Писано, что Мидраш пишет, когда он сейчас убил Немрода по дороге, но бежал такой, что насиловал 2 женщин, маму с дочерью вместе. Когда он такой уставший. У него была и вода, знаю, что там у него еще было. Так ему нужно святость, ему нужно... У него есть мицва, какая у него была мицва? Любил папу, уважал папу. Нет, но с этим это... Поэтому много тоже получил, но... Написано так, смотрите снова. Ваяхаль, и кушал это все. И пил тоже. И поднялся, мафинят поднялся, чем-то так навалил, поднялся и пошел. Это лишнее слово полностью. Что делать? Как не, поднимать так медленно, так как бы делать такую всю процедуру, как есть какой-то гримаса, разное, чтобы что-то проявить, как будто, вот видите, этот дурачок, что он с этого делает какой-то большой концерт, первородство, поднимается, то медленно пошел. Но что последнее слово? Ваивес Эсав Абехора. Вивес. Как у вас перевод Ваивес? Презрел. Что пока напишет нам Шокоту, он это не хочет, это ненавидит, он это пренебрегает, это будто все это... А, это... То есть, там есть что-то в стакане, когда я буду это пить. Так делал Исав с этим, с первородством. Так пишет нам Хату. Ваивес. И только, потому что пока еще последнее слово, как это все происходило. Пренебрел. Это было как... Человек что-то ему не нравится, когда ему дарь вырвать. Это было это. Можно сказать, что это переломный момент в его жизни, когда он решает, в какую сторону пойти, да? То есть он выбирает... У него переломный?
Тогда у него было много переломных моментов, никогда не был цадик. Например, то было, когда считали, до когда ребенок, не знаешь, но когда написано, нам написано, когда после бармицы узнали, так пишет, что написано дальше. Эйса ведет, ловит дичь это и руками, и ногами, и, но языком тоже, ловит папу под по всякие эти, и ловит женщину, чего только не ловит. Ловит это в полном смысле слова, все, что можно ловить, и не только руками, языком. Что такое ловить языком? Купить что-то, обмануть, что-то сделать, всякие действия некошерные, то, что у него происходит. Есть 10 минут? Да? 10 минут нету? Я потом делаю перерыв перед Равбегоном. То Рав мы пропускаем, когда он идет к Элимелеху, но что интересно знать, где, смотрите, был, пошел... Вопрос. Кен. Ицхак пошел куда? Туда? Сейчас Гааза? Точно там. Элави, Мелех, Мелех, Плештим. Где Плештим? Град. Град это Аза. Что ему говорит Всевышний? Не иди туда. Альтеред Мицраима. Мы говорим, что Масе вот Симан Лебаним, нахон? Авраам спускался, он тоже будет, наверное, спускаться. Он так хочет, потому что, знаешь, был голод, папа что делал? Спускался в Египет. Тоже хочет. Откуда мы знаем, что он хочет? Откуда мы знаем, что он хочет? То есть Всевышний говорит, не иди туда, значит, он хотел. Всевышний говорит, альтере, не спускайся в Египет. Гур, почему? Гур, здесь, живи здесь, тоже гур, слово гер, гер это временно, не на постоянно. Варазот, вее и мах. Буду стоять, полосну тебя и ты потомку, и дам все эти земли, что сказал, договорился, или сказал, обещал Аврааму, сделать им союз бритбен абейтарим, авиха. И уличу тебя, кехо хвея шамаем, кому же говорили, что хвея шамаем, что высоко поднимается. Медбарху без архакуля, будут твои благословаться все народы, кто идут. Идут евреи там, есть браха больше, там народу благословляется больше, их вот ради их нету, там меньше. В Африке нет Африка, сейчас еще Африка. Почему? Эке ваше шама врам беколи, врам, я то, что им говорил, вайшмор мишмарти, мицтах вот это та. Он делал, что нам скажет, не сказать раньше, сказать, не что другое. Беколи, значит, слушал, когда я его проверял эти 10 испытаний, вишмон мишмарти, маза мишмарти, гзерот ле архака. Это то, что говорит мицвот хазаль тоже. То, что добавили, не только Тора требует. Ле арайот, шут ле шаббат, что, в принципе, мудрецы добавили. Мицвотай, маза тут, что собрали мицвот, дварим, элу, килу, ло, נחמו, רגע, דברים שאינו, אין, שלא נכתבו. ושנפיסנו, שנפיסו וחוקותיי את הדברים שיצא גורית נטו. נדיאל, פינצה פניו שוב שוב שוב, אי, שיתור הודע לתו שנוז'ו, תו שדובה לימודתו, שוב שוב דבר עולם, אי, פרטום הוא היה תפלוצי שברסלניה, פרדולי נתיה יבוא ברסלובניה. ב... Почему нельзя тебе спускаться туда? Из-за кида Ицхак, из-за Дина. Ему нельзя было выйти из сердца своей. Эти вещи тебя нельзя выходить из сердца. Почему? Потому что суд работает только в земле Израиля. Справедливый суд. То есть концепт суда работает только на Эрец Исраэль. В гойском мире он не работает. Вот не так работает, где работает, нет, нет. Не наказывается народ, не наказывается человек, это где наказывается. Нет, с точки зрения еврейского закона. Но, где наказывается, нет, здесь другой проблем. Есть, я скажу так, что есть в государстве есть какие-то законы, в королевстве есть законы. Но в дворце королевства законы немножко другие. Король может дать другой закон, что дальше не написано в конституции, там, за эти законы, да может дать свое добавить. Как Давид делает, когда он еще нужно этого, что своровал
барашка из ряда, говорит, Давид, бен мавит и смертный, почему там, почему, при чем здесь мавит? Если человек своровал и зарезал, сколько возвращает? 4 барашков. Мапи там смерть, с каких пор нету, нету у Торы вообще такой вещи. Не пахнет этим совсем. Кто ворует барашка, чтобы за это смертную казнь, мапи там. А здесь мир говорит, смертная казнь. Почему? Потому что король ведь может давать добавлять, чтобы не было, помните, я не знаю, что? Вообще, если есть какая-то зараза, что распространяется, остановить так делать. В Саудовской Аравии резают, отрезали руки, сейчас резают, не резают, если кто-то воровал. Там было в Ростове 90% можно. Будут разные законы. Я помню, были такие фильмы, какая-то, даже, по-моему, «Три мушкетера» были, не помню, какой-то фильм, что там женщины, что изменяли, взяли всякие клейма или эти выжигали, или клейма всякие, чтобы было это. Это какое-то дело законы, допустим, королевские законы. Ицхаку нельзя выходить, почему? Он олат мима. Так значит, маза олат мима. Если на жертвенник, из жертвенника не выходит. Жертвенник там, что имеет в виду жертвенник? Человек приносит ола. Даже плохие мысли приносит курбан, плохо думал. Сейчас, если возносить на жертвенник, а там есть дефект, нельзя снимать. Так, другой карбонат снимаешь, нельзя приносить. Улавишь, возьмешь, уже не сносишь. Там сжигается все, все еще примет все. А, так Ицхак как ола. Он, его снесли как ола, его папа. А если берем, что Эрец Израиль, это жертв, как жертвенник, так сказать, нельзя тебе выходить за пределы Эрец Израиль. Почему никому нельзя выходить, но кто ходит, это нужно искать. Широкие плечи, чтобы разрешить, хотя сейчас много рабим тоже едут, но дойде. Дойде. Такие вещи не очень смотрю красиво, кто уезжает по разным причинам. Есть причины, мы говорили, что можно ехать, или там нету здесь денег, нету заработка. Нет, чтобы разбогатеть, чтобы заработать, чтобы жить, или нету невесты, а там, может, у тебя есть, тогда не просто искать, может, найду, не найду. Может, это, если не нашел, то, может, там не найдешь тоже, не знаю. Давайте закончим на продолжение до после обеда, наверное. Сам Ирмияху делает, что он делает. Ицхак говорит тоже, как его папа, это моя сестра, чтобы не убили. Здесь немножко ведется не так, как пора говорит, уходите отсюда, чтобы, потому что там народ горячий, могут еще убить, изнасиловать. Ицхака уже более такие, более другие законы. Он, его люди слушают больше, но смотрите, пасук последний, в этом, на сейчас, дам 10 минут перерыва до Раубигона. Сказал Абимелех, пасук 11-12, 26 глава, 11-12. Вайцав Абимелех эт кол аам леймор, всех, закон по всему королевству. А ногея ба иша зебе, и что кто будет, кто дотронется к этому человеку его жене, мотью мат, смертная казнь. Не пробуйте. Сразу смертная казнь. То, но Ицхак там остался несколько месяцев. Израиль Ицхак, ведь пасук 12. Нашли? Все со мной. В Израиль сказал, что Израиль засеял. Никто все на меня смотрит. Видите, в текст тоже, и на меня и в текст. Одна рука там, одна тут. 26 глава, 12 пасук. Во Израиль Ицхак бар Ицаги. Тоже такой какой-то, в той земле. Знаем, где он жил? В какой земле? Он был в Граде. Значит, он не сел в Египте. Он не сел в Франции. Почему пишет? Баар Ицаги. Во имца Башанаги. Ясно, кто тот собирает. Написать в том году. Меа Шарим Вахевашем. Пишет нам Раши. Очень красиво. Почему все написано, чтобы комментировать. Баарица ги, афал пише эйнах хашува керец, это не как керец Исраэль, оригинал, там пески в Азии, пески там нету земли, как здесь. Я вам скажу, что такая, которая тоже как керец Исраэль, там в песках растет больше, чем чернозем на Украине, 2-5 раз минимум даст урожай, это пески. Намного больше, может даже, чем в другом любом месте.
что там, когда был Гуш-Катиф, тогда еще помним, так, там за, продавали оттуда, как называется, продают за границей, экспо, экспортировали 30-40 миллионов оттуда всяких овощей и фруктов. Это там, где пески. Это небольшой кусок земли. А вдруг у меня еще больше. Значит, оно все, это по сравнению РССР, но хуже. Все как песок. Напиши раз, это, так это было, самое будет плохое место в РССР, Град, Берцаги, Помца Башна, и в том году, что было в этом году? Голод. Ты знаешь, когда у нас был голод, не было урожая. Ваимца башна ги ме ашерим. Откуда идет ме ашерим? Отсюда. Что ме ашерим? Говорит, в 100 раз больше. Это шаэр, это сделали подсчет бухгалтерский. Сколько обычно дает земля, сколько дала сейчас? 100 раз больше. Показать, что браха, когда приходит царик там браха, ме ашерим, и получил благословение Всевышнего. То, это хороший посук, закончить.